Всем привет, с вами Елена Смирнова. Это видео по инвестиционной экономической онлайн игре Energy Farm, где нам дают за каждого реферала рубль без баллов и вывод без вложений. И плюс дается нам после регистрации один завод за 10 рублей. Значит, и у меня там накопилась денежка, я хочу, естественно, отсюда вывести денежку. У меня, как видим, на балансе сейчас 50 копеек только. У меня куплено от батареи один подарок, и на 50 рублей я купила себе еще 5 штук. Там у меня 6 единиц. У меня на балансе 10.49. Нажимаю собрать. Так, страничку перезагружаем. И ровно 11 рублей на балансе. Значит, здесь еще бонус на покупки и бонус на вывод. Помню я. Так. Получить бонус. Получила. И еще у меня бонус на вывод. Раз 24 часа. Это я не каждый раз получаю, так как я все это забываю. Сейчас перезагружу еще. Ну, вот 11 копеек мне дали. Значит, нажимаю вывести. Так, что у нас тут? Привязка кошелька. Это у меня привязан. Я отсюда вот уже выводила. А вот 2 рубля, что ли, я выводила. Минимум 1 рубль. Да, я проверяла на вывод, как бы, первый раз сразу же. Так, ну что, минимум на вывод 1 рубль. Нажимаю заказать выплату. Так, выплачено. А вот и денежка пришла инстантом. Смотрите, вот 11 рублей. Идем на почту. Открываем. 10.89. Оплата энергии фермы. Ну вот это ферма. Ну что, игрушечка платит. Хорошо. Ну что, участника посмотрите, почти 9500. Что, конечно, это радует, что много участников. В дни проекту 5. Вот. Ну, а здесь вот у меня накопится как 10 рублей. Вот, счет для покупок. Я смогу еще купить вот эту батарею. Я пополнять больше не буду. Хватит мне этого. Вот. Ну, на этом буду заканчивать. Игра платит. Все хорошо. Я довольна. Пока-пока.